ванной, они ворвались ко мне, 4 милиции, вытащили меня с ванны, я мылась. Выволокли, голиком по улице пронесли, запихали, сестру мою смяли, все там у меня крик, вопли, все дети кричат. Чуть дверь не вышибли. И привезли сюда полуголую. И сейчас вот приехали с комиссией из Караганды, и они мне предлагают положить меня сюда в больницу. Это короткое интервью Зинаиды Мухортовой удалось получить сразу после ее похищения сотрудниками психиатрической больницы. Адвокат из Балхаша 5 лет назад обвинила экс-депутата парламента Ерлана Нигматуллина в коррупции. На нее оперативно завели уголовное дело. Вроде как заложный донос. Кажется, еще месяц назад Мухортова говорила о том, каково это быть правозащитником в Казахстане сегодня. Потом я говорю, преследование как оно было, так оно и есть. Более того, оно еще более усилилось. И я вообще даже вот в шоке от того, что у нас не только вот нас физически пытается и психологически уничтожить. Что до уголовного дела, то год Зинаида провела в СИЗО, потом 9 месяцев в психушке, где, по ее словам, жестоко избивали и насильно пичкали неизвестными препаратами. В итоге суд признал, что все это, мягко говоря, незаконно. Похоже, история повторяется. Кого вы подозреваете, кто это организовал? Ну, я боюсь это говорить, но считаю, что это вот именно правоохранительная система, ну, вместе с высокопоставленными лицами. Высокопоставленные насколько? На уровне области, на уровне парламента, на уровне страны? На уровне страны, парламента, в принципе. Ну, в принципе, это не секрет, на кого мы писали жалобу. По словам родственников, в данное время Зинаиду Мухортову без каких-либо объяснений насильно удерживает в психиатрической больнице города Балхаш.